Всем привет! Хочу сегодня поговорить на тему того, как по-разному часто развиваются растения, которые, казалось бы, вот смотрите, у меня две аурантиаки. Ой, где тут камера? Yellow и классическая. Получила их от одного поставщика, Orchids & Mo. Получила я их одновременно. И, насколько я помню, шли они заявлены в одном размере. Вот эта мадам пришла, ничего не растила, замерла, о чем-то задумалась и просто сидела в своем горшке. Вот эта дама прекрасно вырастила целый новый огромный рост. Посмотрите, насколько он большой. Вот предыдущий, да? Он даже больше, чем в два раза больше. Вот предыдущий, кстати, да, вот, видите? Он в два раза больше. Вот соседи тоже маленькие. Посмотрите, она просто огромная, молодец. Два листа, все шикарно. И этот рост прекрасно укоренился и процвел. Очень красиво процвел. А вот эту сидела без движений. И я вот тут вот так обрадовалась. Думаю, такое сильное растение, такое мощное, такое молодец. Там так классно рост. А несмотря на переезд, стресс, небольшую перевалку, скажем так, с моей стороны, вырастить вот такое в стрессовой ситуации, быть таким толстеньким, пышненьким, классненьким, все супер, прекрасно процвести букетом, отцвести. Я, кстати, в описании оставлю ссылку на видюшку, там, где она цвела, кому интересно. Все было супер, она отцвела, и вроде бы тишина, тишина, тишина. И появился вот новый рост. Появился, побыл и закуклился, скажем так. Да? Чешуйки засохли верхние. Ну, думаю, ладно. Все-таки стресс, адаптация, черт с ним. Пусть отдохнет, потом что-то даст. Она дала второй рост. Он чуть порос, и произошло то же самое. Потом она их двоих раскуклила. Они вот треснули засохшие чешуйки, все позеленело, пошло расти, порастило и снова закуклило. У меня тут наступила третья волна всего этого дела. Вот опять, вы видите, треснули чешуйки. Вот этот уже опять закукливается, кстати. Треснула тоже чешуйка, вот он возле моего пальца зеленая. И вот там вот, вон он, пошел третий рост. Они так, в общем-то, бодренько набрали такой размер. И снова, значит, вот эти два опять закрываются. Этот пока вроде бы не закрывается, он недавно открылся, только вот треснул. И вроде бы будет расти. И началась вот эта непонятная чехарда. Ко всему прочему, она вот так вот похудела. И вызывает у меня некое недоумение. Но, скажу так, она сейчас активно пьет, очень быстро стал просыхать горшок, просто неимоверно быстро. Это означает, что она что-то растит. Кстати, вот пыпка проснулась еще одна. Наведись, пожалуйста, камера. Да, вот повыше. Вот тут вот у нас в тволе прямо пыпочка. И, в общем, какие-то такие непонятные сподвижки. Хотя вначале, видите, как она меня порадовала. То есть я была в восторге от этого растения. Ну, у меня вот эта бульба просто вот... Знаете, как когда к вам приходит растение, каждая следующая бульба должна быть больше, но пока адаптация, ты реально понимаешь, что бульба может вырасти такое же, может вырасти меньше, это ничего страшного, а тут прям вау, такой результат, просто супер. Возвращаемся к этому чуду. Сидела, ничего не растила, медленно просыхала, ничего нигде не интересовало, ничего не происходило, чудо худело. Ну, думаю, ладно, адаптируйся, чё уж тут, не буду тебя трогать. И тут внезапно. Показываю. Так, наводись-ка. Один новый рост. Второй новый рост. Третий новый рост. Четвертый новый рост. Пятый новый рост. Пять новых ростов. Пять направлений роста. Вот уже укореняется. Видно светлые корешки. Вон там. Самое интересное укоренение пошло. Вот светленькие тоже есть. Даже со старых бульбочек. И это чудо ломанулось в рост. Оно вот так вот активненько сейчас растет. И чувствует себя превосходно. То есть, да, две истории. Вот такие. И не просто две истории от разных поставщиков. Один поставщик, одна орхидея.
Да, это с припиской желтая, это классическая. Но все равно пришли в одном состоянии, стоят прям вот рядом, в одних условиях. А одинаковое удобрение, все одинаково. Но насколько по-разному себя провели. Повели себя по-разному. И вот это тот вариант, который я люблю больше. То есть, когда растение приходит, и оно привыкает ко мне и к моим условиям. Оно сидит, оно ничего не делает, оно может ничего не растить, оно может слегка растить корни, они могут растить новый рост. Но вот этот вариант гораздо лучше, чем вот этот. Потому что я вот сейчас смотрю, и я не знаю, чего ждать. Я, конечно, надеюсь, что она все-таки опомнится и хотя бы одну новую бульбу целую вырастет. Причем, кстати, у меня был похожий случай подобный, и вот оно так мучило меня год, все потом это закрыло. О, кстати, вот тут тоже еще была попытка, вот она, ростик, он тоже закрывается. В общем, мучило меня растение, мучило целый год, и потом оно вот опять-таки быстро выросло, процвело, и целый год меня потом промучило вот этими танцами, и в итоге все это засушило, вообще с другой бульбы выпустила новую. И только через год выросла полноценная огромная бульба. То есть даже не через год после получения, а через год после вот этих танцев непонятных. И уже с той бульбы медленно, потихоньку она начала разрастаться. То есть вот я не люблю такие варианты. Да, классно, я увидела цветение, но на самом деле мне легче подождать год-два и увидеть вот такой энтузиазм, вот такой. И уже цветение с вот этого энтузиазма, чем увидеть цветение сразу и потом неизвестно чего ждать. Потому что вот такое иногда заканчивается очень печально. Вот так вот. Вот такой у меня есть опыт. Я с вами им поделилась. Я надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Заглядывайте в описание к видео. В описаниях я частенько оставляю ссылки на свою ФБ, на Инстаграм, на свою группу ФБ для любителей Phalaenopsis equestris. Я оставляю ссылки на другие похожие видео или видео, которые как-то связаны с этим видео. Ну, в общем, много чего там оставляю. Оставляю, кого я беру, орхидеи, всякое-всякое-всякое. Поэтому заглядывайте. И всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока!